День Победы, торжественные мероприятия и патриотические акции прошли не только в парках и у памятных мемориалов. С песнями химкинские артисты и музыканты выступили во многих дворах городского округа. Концерты собирали местных жителей и, конечно же, виновников торжества – участников Великой Отечественной войны. Концерты во дворах – это одно из мероприятий проекта «Герои Химок», который стартовал 9 мая. В его рамках пройдут встречи, круглые столы и реконструкции ключевых сражений. Задача проекта – увековечить героизм химчан-фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. А узнать истории жизни героев можно на сайте виртуального музея «Химки 1941-1945. Все для фронта, все для победы». Контент музея собирали жители города вместе с лидерами движения общественной поддержки социально значимых инициатив. Они документировали воспоминания очевидцев тех страшных событий, чтобы ознакомиться с героями Химок было возможно из любой точки планеты. Со своими коллегами, членами общественного совета, мы встречаемся с ветеранами, записываем интервью с ветеранами войны, с детьми войны, с блокадниками. Они рассказывают, где они встретили войну, сколько им было лет. И мы проживаем все до глубины души, до слез их воспоминания. Наш долг – сохранить эту историю, воспоминания и передать нашему новому поколению. Виртуальный музей размещен на сайте химкипобеда.ру. Ежедневно его пополняют новыми фотографиями, документами и свидетельствами очевидцев. Ведь пока мы помним историю, подвиги людей и какой ценой ковалась победа, крепка и вера в мирное небо над головой.